Сегодня стало известно о новом деле неонациста Тесака, он же Максим Марцинкевич. Максима Марцинкевича задерживали по официальной версии при поддержке ОМОНа. В Москве всего лишь за 3 часа отловили сразу 5 педофилов. Еще одному удалось сбежать. К 10 годам колонии приговорен националист Максим Марцинкевич. Уличный боец Максим Тесак Марцинкевич! Всем привет, это канал Body Money. Многие олдфаги помнят, кто такой Тесак и как он стал популярен. Нахожусь на Красной площади, как обычно, без майки. Почему? Потому что очень бедный. Ничего не будет. Во-первых. Отвечаю, ничего не будет. Ничего не будет. Ничего не будет. Садись сюда. Привет. Привет. А ты скажи, пожалуйста, вот ты почему гадости про меня писал, что там рассказывал? Ты не говоришь. Давай сядем, я тебя бить не буду. Если будешь дергаться, куда ты собрался? Ты что, шутки? Ты что, утюг ты взял? Не садись. Берите телефон. Кровью русских ты зальешь землю, да? Послушай, ты чего? Возможно, скоро он выйдет на свободу после долгой отсидки. Сегодня мы расскажем вам, что с ним сейчас, где он и чем он знаменит. А еще вспомним поп ММА образца 2000-х. Уличный боец Максим Тесак Марцинкевич! В конце 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговорил лидера запрещенной в России националистической организации «Реструкт» и движения «Окупай педофиляй» Максима Марцинкевича к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Бабушкинский суд Москвы вынес приговор Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак. Его признали виновным в возбуждении ненависти, разбоя и хулиганстве. Приговор суда оказался достаточно жестким. 10 лет колонии строгого режима. И здесь важно заметить, что кроме этого, конечно, будут еще взысканы денежные средства по возмещению того вреда, который понесли те самые люди, которые признаны потерпевшими. Уже 5 лет Тесак находится в СИЗО. Хочу выразить соболезнования по факту трагической гибели героев России в Иркутске. Как настоящие россияне отравились этой отравой. Я думаю, что это дело или Бандеровец какой-то под, или Барак Обама. Ребята, держитесь. Боярышник, силы, это наше все. Не отказывайте себе в национальной традиции. Здорово. В первую очередь Тесак известен движением против педофилов «Окупай педофиляй» и наркоторговцев «Окупай наркофиляй». В Москве всего лишь за 3 часа отловили сразу 5 педофилов. Еще одному удалось сбежать. Активисты используют не слишком изобретательный способ охоты на любителей маленьких мальчиков. Дети знакомятся с развратниками в интернете, на сайте знакомств, а затем ведут педофилов в гости. Мужчины не знают, какой сюрприз им приготовили в ванной. Быстро! В ванну залез. Целью проекта была борьба с растлителями несовершеннолетних. Участники проекта ловили педофила на живца, потом всячески прессовали его и отпускали с обещанием завязать с противоправной деятельностью. Смотри, сейчас у тебя 2 варианта есть. Или мы тебя в мусорню ведем, так, и вот мама мальчика пишет заявление вместе с ним, вот, тебя закрывают. Вот. Или мы тебя никуда не ведем, но ты целуешь пипиську. Нет. Чего выбираешь? Ведем. Нет. Ведем? Мусорню ведем. Да. Настоящий мужчина. До новых встреч. Давай. Итак, до новых встреч. Все это снималось на камеру и пользовалось огромной популярностью на Ютубе и ВКонтакте. Идея нашла последователей в ряде городов России и за рубежом. Добрый вечер, молодой человек. Фамилия, имя, отчество? Кувшинов Виктор Александрович. Громче! Кувшинов Виктор Александрович. Кувшинов Виктор Александрович, зачем вы пришли к 15-летнему мальчику? Кувшинов Виктор Александрович, у нас не очень ограниченное время, и мы не можем с вами сидеть и слушать ваше молчание. Дорогие друзья, представляю вашему вниманию очень интересную новинку для мужчин. Теста Либидо Бустер, ПКТ, Post Cycle Therapy, продукт от Optimil и Body Money, полюбившейся всем линейки Fury Rogers. Основа данного тестобустера служит связка экдистерона и мощных растительных экстрактов, усиленных цинком и магнием. Главное свойство ПКТ –
Это стимуляция выработки собственного тестостерона, с чем данный комплекс отлично справляется. Post-Cycle Therapy претендует на звание лучшего тестобустера на рынке спортивного питания. И у него есть все шансы на победу. В нескольких регионах России активисты проекта предстали перед судом за вымогательство, шантаж и грабежи и причинение вреда здоровью. Аналогично выглядели рейды «Окупай, наркофиляй». В целом Тесак оказывал огромное влияние на молодежь того времени. Подростки смотрели его ролики с удовольствием и вдохновлялись Тесаком. Стоит оговориться, что в то время такой контент не был чем-то особенным, и там спокойно размещались рекламные кампании разных брендов. Тесак был одним из первых в поп-ММА, кто принял участие в хайповом бою. Он вышел с достаточно серьезным оппонентом Денисом Логуновым. Давайте посмотрим на этот бой. Тесак активно вел свой канал с рассуждениями о жизни и тренировками. На тот момент он был одним из топовых блогеров. 5 лет назад случилась очень темная история с убийством наркоторговца-эмигранта. С тех пор Максим Марцинкевич находится в СИЗО «Матросская тишина» как главный обвиняемый в деле. Вот что известно о нем сейчас.
В недавнем интервью Тесак заявил, что находится в заключении уже 5 лет, но не знает, сколько еще это может продолжиться. Тесак уверен, что его дело изначально было грубо сфальсифицировано, а судья допустила много нарушений и ошибок. «Я сижу уже 5 лет, но считать, сколько мне осталось, смысла нет, а по-другому и быть не могло при изначальной сфабрикованности дела, так что приговор неизбежно будет отменен». В этой истории, если кто-то и совершил преступление, то это оперативники, следователи, прокуроры и судьи, прикрывающие именем закона борьбу с неугодными соцдвижениями, заявил Тесак. По мнению заключенного, в его случае бессмысленно говорить про условно-досрочное освобождение. Оно только для обычных зэков, которые могут исправиться. А как исправиться невиновному? Возмутился Марцинкевич. По словам Тесака, после окончания срока он не будет продолжать работу со своими организациями. Я намерен свалить из этой страны и реализовать глобальный культурологический проект исследования, сказал он. Адвокат Марцинкевича Иван рассказал об условиях содержания заключенного. Настроение бодрое, веселится. По словам адвоката, Марцинкевич делит камеру только с одним заключенным, потому что, видимо, настолько опасен, что его ни с кем больше не сажают. Если хоть на 5 минут задуматься и представить, становится жутко, а человек в таких условиях уже не первый год. Естественно, только сила духа и веселье позволяют ему не сойти с ума. Тесак отбывает наказание в тюрьме федерального назначения СИЗО-1 в СИН России, более известном как «Матросская тишина». По словам адвоката, там заключены чиновники, легендарные киллеры и участники резонансных дел. У заключенных напрочь отсутствует связь с внешним миром. Абсолютно каждое действие – по заявлению, обращению к администрации. Все проходит цензуру, даже бумаги, которые несут адвокаты, встречаясь с подзащитными. В рассказе адвокат подчеркнул, что после вынесения приговора он и его подзащитные уже подали апелляционную жалобу. Проекты, которые он создавал, очень мощно в свое время стрельнули. Марцинкевич стал медийным человеком. Большинство людей это помнят и узнают его, заключил адвокат. Подпишись на канал MMA Mania, ссылка в описании. Новый канал, где будет много крутых боев, которые не вошли в основные выпуски. What are you waiting for? Do it!